Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Зеленский заявил, что СССР является виновником Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников начала Второй мировой войны. Трансляция сообщения украинского президента проводилась телеканалом News One. По словам Зеленского, народ Польши первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов. Как заявил президент Украины, Европа и мир в целом не имеют права молчать, как это было в 1939 году. Следует отметить, что во время разговора об освобождении Красной армии концлагеря Аушвиц Зеленский избежал упоминания Советского Союза, однако рассказал об украинских солдатах, которые принимали участие в операции. В последнее время Польша старается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой войны. При этом ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений заявил о целенаправленном замалчивании за рубежом правды о Великой Отечественной войне на государственном уровне. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.